снова смотрите Make Adventure. Я благодарен за то, что вы смотрите. Сегодня у меня обратно мини-мотопутешествие по департаменту ТПУ. И я здесь сейчас нахожусь обратно уже на этой ЭКО, с точки моего старта до КЛ-3. Я сегодня еду не один, поэтому мы решили убить кофе. Сейчас выпьем кофе и стартуем. Хотим поехать в городок, который называется Капитан Неца. Там, конечно, немного так все запутано, потому что городок находится на Руте 6, а сам муниципалитет, или как горисполковник, все это находится в городе Нинья-Гезис. Ну, мы посмотрим, поедем, посмотрим, как там выглядит, как все посмотрим. Так, выпили мы кофе. И я хотел пару слов по поводу кофе сказать, потому что в Парагвае, в принципе, кофе не пьют. Парагвайцы пьют свой национальный напиток мате и дереве. Кофе в основном пьют европейцы, поэтому найти кофе вкусный здесь не очень просто. Но вот в этом эко-шоп, да, на заправке, получается, возле, это граница бригады ЭКО, но в этом... Здесь вкусный кофе. Если кто-то ищет кофе в этих краях, можете здесь попить. А мы стартуем. Это получается здесь просто как дорога, поселок, а сам город там. Мы доехали до населенного пункта Капитан Неца. Но интересно, на карте показывают город здесь. Здесь, в принципе, просто вот маленький населенный пункт. Здесь ничего нету, заправка, вот дорога, пару домов. И, как я уже говорил, что... Сам муниципалитет находится в другом, вообще нужно ехать в другой городок, как по карте показывают. Поэтому будем разбираться, сейчас мы туда поедем.
Фельзен. Как? Фельзен, скала. А, на тебе скала? Да. Капитан скала. Так, нашли вот мы такой вот, это название города Капитан Меце, и переводится это Капитан Скала. Но в чем, собственно, дело? Когда мы ехали по Рути 6, и там, где я остановку делал, да, там была, ну, дорога пару домов. По карте Google показывает, что там этот город. На самом деле нужно съезжать до, указать, то есть еще до того, как вот доехать до того места, на котором указано на Google карте, нужно съезжать вправо, чтобы приехать сюда. Получается, мы там на перекрестке поехали по каменной дороге и приехали в сам город. И специально я повернул вправо, чтобы доехать до этого вот места, где написано, что Капитан Меце, это вот здесь начинается. Поэтому почему Google карта показывает там город, а на самом деле нужно съезжать сюда? Ну, это, не знаю, это вопросы Google, наверное, или кто это все делал. А этот город на карте показывает как Ниньо Хесус. Ниньо Хесус, как ребенок Иисус. Ну, вот такая вот тема. Я специально возвращался сюда, потому что мы заезжали в город с другой стороны, так как мы проехали этот заезд сюда. И хочу. Сейчас обратно мы будем ехать в город с этой уже стороны, чтобы заехать и посмотрим, собственно, сам городок. Да, Валентина? Да. Магазин тоже.
же там получается. Может, там кофе есть, не знаю. Панадерия, кафетерия. Но здесь похоже на кафетерию какую-то. Сейчас мы зайдем, опять же выпьем кофе, посмотрим. Но что я хотел именно показать. Ну, как бы маленький городок. И, в принципе, вот в Парагвае, то, что я уже как заметил, здесь особо как бы центра, вот как вот привычно в Европе нету, да, центральной площади, это центр. Здесь просто вот центральная улица. Ну вот в принципе, да, вот это центр города, так считается, да, по центральной улице, как вот она идет, так это и центр. Думал, сюда поедет чуть байкер, не он поехал на пустоту. Хорошо, мы пойдем посмотрим туда, что здесь за булочная или кафе. То, что мы здесь нашли. Получается вот так. Сейчас было видно, да? Вот здесь мы зашли. Мы думали, кофе есть. Кофе там. Но получилось, что кофе нету у них. Но мы взяли туда вот какао. Шоколад. Шоколадный напиток, между прочим, очень вкусный. Шоколадный напиток, вот такие вот сладости. Это похоже на хлеб, но не сладче. Что-то такое для ладони. Уже начинает темнеть. Мы будем сейчас ехать. Заедем на заправку. Заправимся и будем ехать домой. И столики тоже можно сидеть. Традиционно заканчиваю свое мини-мото-путешествие на этом месте. Экоп. Проехал я сегодня примерно 120, максимум 130 километров мы проехали.
вот так вот. Все, всем большое спасибо за то, что смотрите Make Adventure, и пока-пока.